кабинете, где воздух удушлив, собрался весь нацистский бомонд. Говорят о войне без прикрас, о крушении всех их фронтов. Все пропало, вздыхает один. Мы в тупик забрели, стонет каждый. Риббентроп — это просто болван, а Геринг, он и вовсе продажный. Лишь Штирлиц, в углу притаившись, сохраняет спокойствие духа. Он с улыбкой глядит на коллег, словно слышит приятные звуки. «Господа!» — говорит он негромко. «Все отлично, дела на подъеме. Развиваемся мы, как и прежде. Нет причин нам в надломе». Все уставились на него, словно видят впервые на свете. «Вы в своем ли уме, дорогой? Мы ж на грани военного краха». Но Штирлиц лишь брови приподнял, взгляд его безмятежен и ясен. «Это просто весенний каприз. Ваш испуг, господа, не опасен. И никто не поймет до конца, то ли гений пред ними, то ли псих. Лишь разведчик в душе усмехнется, как же просто врагов дурачить своих». Его безмятежен и ясен. Это просто весенний каприз. Ваш испуг, господа, не опасен. И никто не поймет до конца, то ли гений пред ними, то ли псих. Лишь разведчик в душе усмехнется, как же просто врагов дурачить своих.